вы собрались передо мной? Боитесь? Дрожите? Поле спят матыльки. Уж свернутся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Боже, от боли его защити. Благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Кончим с этим! Опять концы.
Сейчас я вырублю все. Проснись. Сейчас. Еще минуточку. Вставай. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Пытался сбежать от беса. Неудачно. Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Thank you.
Опять концы. Сейчас я вырублю все. Ну, вставай. Морзик, ну чего тебе? Ну, сейчас, сейчас. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Ищу кое-кого. Здесь? Так уж вышло. Не хочешь рассказывать? Не слишком. Я привел вашего друга. Правда? Пусть дед зовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный. А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера. Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка, но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем.
Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял, и не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет. Над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Почему, собственно, Авалак тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалак пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Редина. А что нужно Редину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. И Редину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Аэнели его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а войны они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ну ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Арт-Скеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалак начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму? Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалак не сдался без боя.
Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. Заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Валакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Валакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьмы. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый, как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу, поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других, и что наверняка у него есть выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндерсфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были и милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню.
Ты знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр-Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь.
Я чертовски рад вас всех видеть. Может, я оставлю вас на минутку? Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились, а лишняя минута ничего не изменит. Хорошо. Тогда минутку и идем, ладно? Мне немного не по себе. 45 секунд. Что? Нам осталось 45 секунд вдвоем. Уже 30. А потом мы бросим вызов дикой охоте. Так что умоляю, не стой столбом. Йен, я тебя обожаю. Что ж, троечка за оригинальность. А вот за искренность. Ну, пойдем. Йен, ты знаешь о дикой охоте больше, чем я. Можешь сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают портал. С порталами бороться можно магией или двимериком. Еще они используют хор, приходящий из пустоты, сквозь которую они путешествуют. Нас слишком мало. Это будет тяжелый бой. Ты нашел ее? А! Мне сказали, что за ней гонится дикая охота, и что у нас могут быть непрошенные гости. Так что я готовлю махакамскую смесь. Как рванет, костей не соберешь. Все инструменты прихватил? Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство. Махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Поговорим позже. Как оно, Геральт? Будь здоров, Анкрайт. Приготовься, Фолан. Дикая охота уже близко. Значит, близится Рагнарёк. Надеюсь, этот газ подействует. Подействует? Надо только поджечь его в нужный момент. Анаир, Анадар, Валланда! Ну и воняет этот газ. Надо всем сказать, чтобы не ходили туда с огнем. И что теперь?
От выпивки я бы не отказался. Я тоже. После совета поищу чего-нибудь. Стены чинили халтурно. Только все испортили. Зачем этот газ? Он легко воспламеняется. Я собираюсь взорвать его и вместе с ним несколько воинов охоты. Стены крепости не пострадают? Это не стены, а развалины. Им уже ничего не повредит. Может, еще успеем залатать дыры? Материалы есть. Если нужно, я помогу. Ламберт. Ха, прямо вижу, как он кладет камни. Почерк. Беренгар. Эти бумаги, должно быть, лежат здесь не первый год. Ничего себе. Он работал над мечом. И, судя по заметкам, хотел он не просто меч, а Торхейрн. Надо поговорить с Весемиром. Может, Беренгар с ним советовался, и Весемир помнит, в чем там дело. Видно, что ты в хорошем настроении. Если у них идет кровь, значит, их можно победить. Видно, что ты в хорошем настроении. Мы справимся. Видно, что ты в хорошем настроении. Если у них идет кровь, значит, их можно победить. Что посоветуешь? Нужно приготовиться к обороне. Противник у нас грозный. И мы мало о нем знаем. Она одна из нас, Геральт. Мы не позволим ее забрать. Чёртова Рухлядь. Она немногим младше Весемира. Ну что, получается? Скорее стану иерархом Новиграда, чем эта хреновина выстрелит. Эскель. Здравствуй, Волк. Эскель. Не мешай, я готовлюсь. Эскель. Рад тебя видеть. Эскель. Дикая охота? Это может быть интересно. Да, Волк. Я рад, что вы здесь. Я собирался приехать один, но Бьянка меня выследила, заставила взять с собой. Я думала устроить тебе скандал за то, что ты меня не позвал. Но по дороге уже все высказал Раше. А, старые знакомые. Что здесь делает этот ублюдок? Он нам нужен. Может, ты и забыл, что он сделал, а я нет. Я должен спасти Цири, любой ценой. А Лето уже встречался со всадниками охоты. Я не сомневаюсь в его умениях. Я просто ему не доверяю. Лето не предаст. Ты наивен. Обычно меня это не касается.
Но в этот раз из-за твоей наивности можем погибнуть мы с Бьянкой. Подумай об этом, пока не поздно. Мы останемся и поможем тебе. Но мы не хотим, чтобы он стоял у нас за спиной. Роше, не до разговоров мне сейчас. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу королей. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу королей. Как настроение перед боем? Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельников? В этот раз тоже справимся. Как настроение перед боем? Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельников? В этот раз тоже справимся. Иллюзия. Привет. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть буду хорошо. Оставь в покое мои вещи. Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда. Чародейка в особенности. Собирай всех, начнем совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йен окружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам 2 меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет,
Вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Самое главное для нас, Цири, это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому-нибудь что-нибудь нужно в мастерской? Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Не забывай о лаборатории. Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Мы всегда полагались на эликсиры. Надо сварить их как можно больше. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Геральт, Ламберт и Лето ждут в лесу. При помощи Двемерита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. В
Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Я хотел поговорить о том, к чему готовиться. Спасибо, не интересует. Поговори лучше с Цири. Смотри, какая она мрачная. Эликсиры. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. Возьмем с собой Лету. Ты знаешь, что я об этом думаю. Ведьмачья конница так и не прижилась. Есть минутка? Серьезный разговор. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда.
Все будет хорошо. Геральт? 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 Началось! В лес! Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гончие могут тебя учуять. К ним не приближайся и помни, в бою тебя будет видно. Он всегда столько болтает? Только когда нервничает. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал, не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Значит, Меригольд умеет вызывать не только старые бабочки. Сейчас увидишь. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Меригольд, лучше сразу дай мне по башке.
Короче, я Мараше. Все просто отлично. Отлично. Если мы... Они перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Попробуем его убить. Я бы не рискнул. Педик. Что там с Мериголь? Зараза. Ты должна была ждать внутри. Я не могу все время прятаться. Я должна с ними сразиться. Назад! Немедленно! Нет. Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера! Давай к ней!
Зараза! Отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались.
Берегись! Отходим! И во двор! Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты. Значит, он справится. А мы должны помочь Трис. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эскелем? Надо отходить! Он в беде. Я иду к нему. Помни про камень, который я тебе дала. Thank you.
Видишь? Я тоже так умею. Мою задницу, а должна была сидеть в замке. Тогда кто спасал бы твою задницу? Можно отходить! Отходим! Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели! Примеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Геральт, держись! Я затворю круг жизненной силы. Нужно закрыть портал, иначе мы погибнем. Thank you.
Беги! Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Сири! Нет! Я запрещаю! Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Я не успела ему помочь.
Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира. Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. Мы все знали, на что идем. Да, и спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя, заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Рафаэль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет.
О чем думаешь? Не представляю, Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину. На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. Это единственный дом, который у нас когда-либо был. Останься. Нет, Геральт. Это место уже давно мертво. Самое время с этим смириться. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. Было тяжко. Но все получилось. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Ты не хочешь остаться в Каэр Морхене? Было бы неплохо. По крайней мере, на время, пока не решу, что делать дальше. Идет. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница, а пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты ни решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Спасибо. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, Мышавур. До встречи. Спасибо за все, что ты сделала для меня и для Цири. Честно, если бы я знала, что тут будет, я бы близко к Каэр Морхену не подошла. Рада, что смогла помочь, но я уеду, как только Ламберту станет получше. Вы едете вместе? У меня есть одна мысль, но для ее воплощения понадобится помощь ведьмака. Ламберт согласился мне помочь. Удачи. Еще раз спасибо. Теперь мы квиты. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты как?